Лучше бы не было в нашем городке этого завода. Лучше бы мы без золота обошлись. Редкие люди способны противостоять коварству желтого металла. Почему именно на этого маленького человека, самого обычного честного рабочего, пал выбор в убогой схеме, состряпанной для того, чтобы отобрать аффинажный завод, неиссякаемый источник золота. Золото мстило ему за то, что он не любил его, не мечтал о нем, не зарился на него. Он просто делал свою работу, как будто это был безродный алюминий. Стоять. Золото выбрало его. Золото коварно и своевольно. Золото беспощадно. Руки подержи! Держи, Мородина! Это же шлак! Вот, снял! Нельзя служить золоту. Золото — дьявольский металл. Источник страданий. Что делать, Юль? Он уже должен быть. Может, его приняли? Сейчас чаще стали патрулить. Меня вот стопнули недавно, типа я закладчик. Завали, а?
Просто он так еще не опаздывал. Не волнуйся, он тебя не сдаст. Да я не за это боюсь. Идет. В смысле, идет? Леш? Где тачка, Леш? Такие не угоняют, ты знаешь. Какие такие? Ты что, охренел? Мне завтра за ипотеку нужно дать перебитого японца. Ты знаешь правила. Это не мой косяк. Вот, эту перебей. Что ты смотришь-то? Я все пробивал, там все было ровно. Там не было информации про детей. Я бы увидел свидетельство о рождении или номер школы. Детское кресло на заднем сидении. Слышь, Леш, ты все равно тачки угоняешь. Какая разница? Или ты думаешь, что тебя помилуют, потому что ты делаешь это избирательно, типа чистенький? Нет. Что нет? Просто не совсем конченый. У зампотеха срок, у него контейнер на отправку стоит. Он мне сегодня весь мозг вытащил. Мне нужно перебить ему японца. Зампотехом я решу, Вась. Я так не работаю. Ты говно, Леш. С говеными принципами. И ты тоже говно. Чур! Да. Ну что там как? Я уже гружусь. Рыбы не будет. Не клевая погода. Чё? Какая погода? У меня контейнер на Благовещенск. Мне нужна эта рыба край как утром. Ты чё? Мне нужно пару дней. Какие пару дней? Завтра контейнер уходит. Ты слышишь, Берка? Постараюсь быстрее. Не постараюсь, а мигом, слышишь, мигом? Или я тебя вместо тачки, блин, вместо рыбы упакую? Я тебя услышал. Вообще смотришь, куда едешь? В смысле? То есть тебя сплошная до сих пор не смущает? Мог бы и пропустить. Ты сама как, не ударилась? Нормально. Слушай, давай без ментов, я тебе так наличку дам, окей? А чё так, краденое? Чего? Не надо ничего. Не надо ничего, я говорю. Сам тоже виноват, по телефону говорил. А тут косметик. Могу починить бесплатно. Полировать, краску подобрать. Фару тебе найду. А что, в этом соображаешь? В сервисе работаю. Получается, удачно столкнулись. Ты что, слепой? Слышь, убирай свою помойку, мне проехать надо. Так объедь, Памира, ты не видишь аварии? Да мне похрен, ну хоть рожаешь, убирай, говорю, люди ждут. Подождут. Ты что, совсем тупой, блин? Все, мы сейчас уберем. Сядь в машину. Последний раз, говорю, убрал тачку. А то чё? Грохну просто и все. Считай до трех. Раз, два, три. Все, мы сейчас уберем. Сядь в машину, я сказала. Давай, давай. Шагай за руль, дятел. Лохушка правильно все считала. Потом поблагодари ее, там поныряй. Непуганное поколение. Тьфу. Не надо связываться с такими уродами. Объективно. Номер давай. В смысле? Машину тебе сделаю, сразу маякну. А до утра реально сделать? До утра нереально, но постараюсь побыстрее, даже начну с твоей. Запишешь?
Запомнил. Память на цифру. А604АА. Номер моей машины? Угу. Н777ОК. Номер этого д***. Не люблю, когда безвкусно матерятся. Тоже запомнил. Лёша. Арина. Никаких Риш, Ариш, Арим. Просто Арина, хорошо? Хорошо. Цифры. 911-272-19-17. Сохранил. Поедем на твоей. Только я за рулем. Окей. Вот здесь второй подъезд. А тебе самой за границей не хочется учиться? В первую очередь папе хочется. Машину быстрее сделать тоже из-за папы. А ты сделаешь? Сделаю. На вот. Ты мне свою тачку отдаешь, я тебе свою. Чтобы честно было. Только эту не разбей. Пока. Рада была столкнуться. Я тоже. Ну что, охренительный дорожник? Вместе с ней в контейнере поедешь. Может, и я с вами. Пацаны, раздевайтесь. Просто халтурка. Твою мать, какая халтурка? Не ругайся при детях. Ты чего их вообще притащила? Папа вчера гулял, сегодня болеет, не до детей. Ты за ипотеку звонил? Все в порядке. Найду ему достойную замену. Какую? Пацаны, как вы с ней живете вообще, а? Я что, оглохли? Раздеваемся, идем. Приди в себя уже, а? У нас куча проблем. Давайте. Быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну что, пробил? Нет. За восьмерку спасибо. Где? Я ничего сейчас не понял. Машина мутная до предела. Записана какого-то жмура, при этом штраф на ней до хрена. Не надо ее трогать. Надо. Ну, давай у зампотех хотя бы спросим. Значит. Ничего мы не будем у него спрашивать. Ему тачка нужна, не нам. Вась, адрес. Я вот про это должен что-то знать? Нет. Ладно. Спасибо.
Че, пацаны, не пускают вас? Так вы платочки повяжите. Или у вас течет? Держи. Лех, спаси тебя Бог, Лех. Не забыл Ветку. Что у них тут происходит? Осина картинку себе делает. А припить ничего нету. Ну что там? Секунду, секунду. Батюшка, хотим преподнести вам от нашего золотоносного предприятия, вашему, так сказать, духовному предприятию, скромный, но тем не менее очень важный дар. Это Лёня? Воскрес, получается. Это все для душевного мира. Так сказать, главное, чтобы в душе был мир, а остальное все уже потом. Смонтируешь, потому что все нормально. Андрюш, от креста как черт должен бегать. Я присмотрю за ним. Зря он приехал. Угощайтесь. Че, бабки, съедобные, а? Да попробуй. Съедобные, конечно. Приятного аппетита. Храм не храм, а все равно кошатина торгуете. Ой, да что ж ты такое говоришь-то, господи? Да лучше детки. Нет, темно. Что за нам? Стоять, сука! Стоять, давай! Слышь, за пятерек скажу. Кто, что и куда? Слышь, ты мне так скажешь, понял? Крашено, не перебито. Номера. Родные. Ну и нахрена мне это надо? Ну я тогда поехал. Слышь, цыган, ты что такой выёжистый стал? У меня сейчас с ней геймор один. Ты, считай, с этого ни хрена не получишь. Ты знаешь меня с японцем на какие бабки поставил? Загоняй. Борода!
Открой контейнер. Ходи, задавлю. Давай. Открывай! Открой! Отдыхай там. Тебе до Благовещенска еще дней 5 ехать. Понял, что будет, если еще раз накосячишь? Не шути так больше. Че, обосрался, цыган? Хорошо. Ну что, встали, давай работай. Да, Юль. Леша, тебя тут какие-то люди ждут. Что за люди? Да я знаю. Говорят, ты им встречу назначил. Я так полагаю, Леша, спасибо, не заставил себя ждать. Они к этому отношения не имеют. Мы, на самом деле, заехали извиниться. Да, Буба? Ну да. Это я неправильно себя повел на дороге. Извиняй. Ну что, Леша, принимаешь извинения? Ну, да. Ну и хорошо. Теперь, когда у тебя никаких претензий нет, пойдем немного свежим воздухом подышим. Спасибо за гостеприимство. Пока. Да, печальное у вас тут предприятие. Я вообще-то к сыну ехал, а ты меня так бесцеремонно отвлек. Нехорошо. Буба, извини, я просто не знал. Цыган дебил, не понимает ничего. Все в целости и сохранности, пришлось на контейнер попрыгать там, пока заткнись. Все это... Заткнись! Стекло где? Я не знаю, это он вон. Ну что, все нормально, уладили? Ага. Давай за руль. Зачем? Ты что, тупой? Это зампотех приехал? Блин.
Ну, это если вы решите его наказать без проблем, он мне, в принципе, не нужен. Куда вы его везете? Да так, прокатимся. Погнали. Хана, Цыган. Толстый, ну-ка иди сюда, тварь. Игорь Петрович, это не он. Игорь Петрович, не надо. Нет. Пойди, гад! Это ты его пробивал, а? Ты что, не понимаешь, чья это тачка? Давай на главную, на север за город. Сюда отдал. Аппарат вызываемого абонента находится вне зоны. Причини ты нахрен, а? Баба, что ли, твоя? Короче, если что, за тебя ее утешу. Снова ба. Извините, Леонид Максимович. Ну что? Ничего. Твоему отцу скажем, что тачку угнали. Я сама разберусь. Да разобралась уже, Арин. Отдать машину какому-то чмошнику на улице. Ну, браво, довольна собой. Понял, куда едем? Догадываюсь. А там есть кто-то? Отец. Здорово, пацаны. Как вы здесь? Ну, вон, смотри. Такие же, как ты. Принципиальные. Их обидели, они в ответ обидели. И так до самой могилы. О, Саня. Оружие с юга возил. Обидел тут одного, его и взорвали. Валера перевозки на себя брал. Все, выйти мечтал. Не успел. Ты зачем тачку угнал? Вы же сами знаете. Отомстить хотел. Отомстить? А Буба сильнее, он тебе тоже отомстит. Так и будете до конца жизни. В непрестанном аду жить. Буб, ты как отомстишь? А вот так. В башку, чтоб труха вылетела. Ну, иди к своему отцу. Посмотрим, кто тебя такого воспитал. Цыганков. Сколько тебе было, когда его убили? 5. Откуда вы знаете, что убили? Ну, я вообще много знаю про тех, кто когда-то с золотом дело имел. Грохнул, говорю. И кто убил, тоже знаете?
Иди, цыган. Иди. ВЛМ Морозов. Антилэм, вали отсюда, дебил. Ты реально тупой? Пум. Хана тебе, цыган. Где он? Тут недалеко. Ну чё, сын, привет. Как ты здесь? Да. Юль, как вы? Пошел ты нахрен со своей заботой, слышь? Что он сделал? Васю отделал. Сильно? Без переломов. Скажи спасибо, что у него пушки с собой не было. А знаешь, как это было, а? Рассказать на глазах у моих детей. Максим! Прости, я все исправлю. Не надо. Этого раза достаточно. Спасибо. Ты сама как, в порядке? Слушай, я не знаю, что это за типы. Но я такого сопливого зампотеха в жизни не видела. Понял? Я в порядке. Еще раз извини. Еще раз в жопу иди. Сразу узнал твой звонок. Выходи. Ты знала, что папу убили? Что? Он не пропал без вести. Не исчез. Ты рано сдалась. Леша. Маш, кто там? Не твое дело. Иди, Лешенька. Смирилась с тем, что мы никогда не узнаем, что с ним случилось на самом деле. Еще эту могилу пустую закопали. Его убили, понимаешь? Убили. Я узнаю, кто и почему. Положи его на место. Нет. Зачем он тебе? На крайний случай, для защиты. Дальше. Мам, я встретил Элэма. Слышала о таком? Кого ты встретил? Леша, прошу тебя, никогда не связываться с этим Леонидом. Мы с ним не враги. Пока. Он убийца, уголовник, прошу тебя. Мам, я просто с ним поговорил. Слышь, ты чего опять ей наговорил? После прошлого раза мать полночи ревела. Наши проблемы тебя не касаются. Соль, принеси мне. Эй, чмошники, вот вам еще. Спасибо Максимычу, он всегда был на стороне народа. А то. Тебе че, псос? За братовую добычу пришел делить? Я не к тебе. Слушай, я тебя вольну. На этот раз точно, а мужики в канаву снесу. Отойди. Считай до трех. Че за барахло? Руба! Ты же больше не проламываешь голову нежданным гостям, правда? Пропусти его.
Избавляюсь от груза прошлого. Я знал, что ты придешь, но не думал, что так скоро. Я хочу знать, кто убил твоего отца и почему. Выходит, нам нужны одни и те же люди. Ну что, готов пойти за мной? Прошлое. Я готов. Иконопись — это дар. Дар за покаяние. В этом городе не считают нужным каяться. Не ценят страдания, стало быть, и милосердие. Но мы заставим их покаяться в конкретных делах. Как? Ну, для начала маленький знак большому человеку. А потом меня подвесят за лют золото прямо в жопу. И это не прикол, Лех. Это они так раньше забавлялись. Я нарыл про них инфу. И про Элэма? Про Леонида Максимовича Морозова, ага. Они с этим Осинским так раньше наказывали людей за то, что золото с завода выносили. А раньше все таскали. И ты, сука, сам к этому Осинскому лезешь и меня за собой тянешь. Вась, я лезу один. Это не про тачки. Ты не подставляешься. А я и с тачками не подставлялся. Еще раз извини. Короче, инфы не очень много. Участок большой, через заборы перелезть невозможно, он тупо высокий. Через парадный вход тоже не вариант, там автоматические ворота под камерами. Вот тут, тут, тут и вот здесь. А ты отключить их сможешь? Нет. Там есть другой вход из леса, небольшой. По спутниковым снимкам 2007 года там была дорога, выходящая прямо к шоссе. Сейчас там все заросло и вход не используют. И вот, видимо, через этот вход раньше в мешках выносили таких, как ты. Так, частота камер низкая, но над этим входом камера будет наверняка. Но у тебя будет шапка-невидимка. А вы чё? Вы где ходите? Все вроде на месте, деньги, документы, ствол. Я по камере глянул, он залез, вылез. Может, чоповцы спугнули? И кто испугается этих идиотов? Все уволены вместе с вашим сраным чопом.
Разберись насчет новой охраны. Ага. Крест. У меня здесь золотой крест висел. Креста нету. Он ему пока не понадобится. Ему вот что нужно. Я подъехал, вроде. Угу. Привет. Прости, не люблю опаздывать, но... Сильно опоздал. Но все сделал? Тебя спалили? Нет. Ну, а что это тогда? Это твой дом? Да, что? Красиво. Подумала, что я тебя развел. Я посмотрела цены. Сейчас приведу. Типа номеру? У меня нет карты. Арина, я сказал, мне ничего не надо. Уверен? Да. Прости, что опоздал. Сейчас, подожди. Не люблю быть должной на Кенкизе. Читал? Нет. Про любовь? Нет, драма. Даже где-то криминал. Ну, финал интересный, не буду спойлерить. Прочитаю, верну. Ну, ты сначала прочитай. Арина, ты что здесь делаешь? Я тебе сказал из дома не выходить. Зачем вышла? Пап, вот что ты опять? Потом поговорим. Еще и машину вытащила. Давай назад. А это кто такой? Это мой друг. Друг, вали отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Извини. У меня что-то случилось с тобой. Я понимаю. Пока. Пока.